Привет, привет, друзья, с вами HeadCrab, и мы продолжаем прохождение игры Silent Storm. Так, отправляемся на задание. Экипироваться мы экипировались. Вперед. Так, что нам предлагают? Опять же, нам Южную Англию предлагают добить. Английский деревенский дом. Неподалеку от полевой дороги, проходящей через несколько небольших рощиц, стоят два строения. Дорога соединяет две расположенные по соседству деревья, однако местные жители редко его используют. К самому дому можно тайком подобраться со стороны рощи, а потом также незаметно уйти. Это идеальное место для секретных встреч. Вперед. Встретимся с кем-то секретно или нет. Так. Вижу тут ночное время суток. Ого, вот такой вот домик. Так, и как правильно зайти в этот домик, надо тоже понять. Так, чтобы было безопаснее. Безопаснее всего с этой стороны. Да. Ну, так и сделано, в принципе. Так, тут патрули могут быть. Сейчас посмотрим. Хели Бенхаги. Вижу противника с аурой слабости. Так оно безопаснее. Так, давайте приблизимся. Меня так и не заметили. Все, я думаю, нам пора начинать операцию. А, союзник. Стоит такой там в кустах, ничего не подозревает. Токи. Ладно, этот крабик обносим, сейчас его сделаем. Токи нам покажет вот этого патрульного. Покажешь, да? Вижу противника с аурой слабости. Ой, там не один. Так, кто у нас тут ближе всего? Оля, ложись. Ложись и давай. Ильнемико. Что ж, попрактикуюсь. Перфетто. Почти. Ахмед. Ложись. 20, 12, 20. Эх, не особо метко. Гарри, Гарри, Гарри. Давай, ты у нас сюда сбегаешь. Хели Бенхаги. Дажешь. И пропустишь ход. Токи. Токи, ты нам будешь нашими глазами. Вижу противника с аурой слабости. Вижу противника с аурой слабости. Прокачали мы токи ночью. Видимость такую же, как днем. Так, посмотрим, как они себя поведут. Таким меня надолго не задержать. Не попал. Скрылись. Так, токи, показывай. Есть, капитан. Хорош. Так, Оли. Я превзошел свои соп... Следующего показываем. Хорошо. Еще один где-то тут. Есть, капитан. Вот он. Так, что ты его не видишь? Странно. Пострадал, чуть-чуть тебя тянем сюда.
Я очень старался. Какие звуки. Так, ну и Ахметка. Теперь враги меня боятся. Это точно. Гарри. Все, Гарри, тут никого больше нету. Токи. Ух. Вижу противника с аурой слабости. Так, это крабик. Это был вопрос времени. Отлично. Так, дальше токи. Ну, загружайся. Отлично. Вперед. Еще один. Вижу противника с аурой слабости. Так, Гарри, ты у нас стоишь, ты можешь, в принципе, попасть. Сохранимся. И стреляй. Хорош. Все. Какой-то нерешительный. Ага. Вижу противника с аурой слабости. О, браунинг у него. Серьезно, это с автоматиком не страшно. Упорство. Дорога к успеху. Да, перехват не у меня 0. 1.8 очей вообще. Беспонтовый перехват. Так, вот крабик, давай это уноси. Небытие. Лучше умереть, чем так мучиться. Да. Так, надо подбежать поближе. Сюда смотрю. Вот. Ромка, в принципе, их видит, но далеко и не очень будет выгодно стрелять, поэтому ближе подбегаем. Конфирматор. Ложимся. Ахмед. Давай, Ахметка, тоже ближе подбегаем. Сделано. Теперь буду еще опаснее. Гарри. Гарри, сюда. Токи. Токи, ты, в принципе, неплохо их светишь, и так. Можно стрелять, в принципе. Так они нас всех убьют. Так стрельнул, что ж, увидел какие-то документы, задания. Найти любую разведку информацию, забрать карту. Так, вот эту карту нам предстоит забрать. Иль немико. Что ж, попрактикуюсь. Ну, токи их всех видят. Токи пока не раскрыли, это хорошо. Он в тени стоит. Таким меня надолго не задержать. Ой, сейчас Ахмед тебя просто растерзает за такую наглость. Хорош. Гарри, давай хоть стрельни разок второй. Не попал. Робко. Блин, Робко, ты что с тобой? Вообще какой-то ненормальный Робко. Этот Сатилас нам больше не помешает. Так, Рокко, ты, блин, меня расстраиваешь. О. Горжусь тем, что сражаюсь за свою страну. Попал разок. Так, ну хиткрабик, ты должен его добить. Хорош.
потоки. Дальше давай, исследуй территорию. Вижу противника с аурой слабости. Так, стоп, у нас качнулся Токи. 8 уровень. Что нам предлагает? Это умение на 25% повышает шанс нанести нанесение и на 50 размер критического урона захваченному врасплох противником. Отлично. Это умение на 10% повышает уклонение от оружия с поражением по площади. Так, мне вот это больше нравится. Если честно. Так, вижу противника с аурой слабости. Давай греха подальше. Конечно, будешь наблюдать за ними, но с этой вот с какой-то дистанции более-менее безопасно. Ильнемико. Что ж, попрактикуюсь. Так, давай. Я ко всему отношусь очень внимательно. Так, отлично, Токи. Вперед. Есть, капитан. Вижу противника с аурой слабости. Слабости. Ну что, спрятался. Боится, видимо, наших неудержимых пацанов. Перезаряжаемся. Будем ближе. Ильнемико. Что ж, попрактикуюсь. Еще один трапик, давай. Ой, как хорошо. Вычеркиваем из списка. Блин, просто чудеса медлости. Хэдкраб исполняет Ахмед. Так, Ахмед, ты у нас светишься. Тебе надо спрятаться. А, еще и пострелять сможешь. Ой, да они все умрут. Не то, что пострелять, просто уничтожить. Да, блин. Точно неудержимая команда. Так, ну, Гарри, я думал, тебе стоит все-таки перезарядиться. Давно пора. В открытую местность для снайпера. Так. Токи. Давай ты сюда забежишь, посмотришь. О. Вижу противника с аурой слабости. Этого достаточно. Пропускаем. Спрятался за кустом. Вижу противника с аурой слабости. Еще тут через окно вылазит. Майтеэтон! Рокко. Рокко, ложись и тоже. Папа мной гордился бы. Тяжело ранен, отлично. Ахмед. Ахметушка. Перезаряжайся. Скрывайся и за машину прячься. Гарри, ты быстренько. Ага, нет, Гарри может стрельнуть. Да, стреляй. Токи. Токи тоже может, в принципе, давай. Экстренная ситуация. Мое оружие не готово. Хорош. Конец. Этот солдат с упорством охраняет какой-то сарай. Не знаю зачем. Видимо, там что-то есть дорогостоящее. Так, Ахмед. Ой, нет. Как скажешь. Не залазь на машину, не надо. Ахмед. Подожди тут пока что. Токи. О, все. Вижу противника с аурой слабости. Отлично. Гарри. Гарри, перебегай сюда.
Блин, ты еще не в режиме скрытности, но окей. Рокко, подходим ближе. Даже вот сюда можно войти. Компрендере. В этот дом. Оля, также. Перезаряжаемся. Вперед. Этот краб и так уже. Ага, еще и пострелять может. Сюда ближе давай. Ложусь. Так, пропускаем. Хороший Ахмед слышит этого. Но Ахмед до сих пор не заметили. Офигеть. Ахмед, сейчас ты его обрадуешь. Сохранимся. И теперь меня подстрелят, как ягненка. Кто тебя подстрелит, ты чё? Ты себя недооцениваешь. Укрытие у тебя есть. Токи светит, Гарри бегает тут. Упорство — дорога к успеху. Так, все, стой. Карта какой-то лесистой местности, район в центре помечен крестом. Очевидно, там расположено нечто важное. Отлично. Входи. Оля. Так, Оля, ты тоже вламывайся сюда. Хэдкраб постреляет. Я рискнул. И риск оправдался. Пулеметик. И этого тяжело ранил. Отлично. Токи, давай пробуй что-то. С каждым может случиться. Промазал. А этот решил спрятаться. Не убежишь далеко. Ой, еще один. Вижу противника с аурой слабости. Пытаются разбежаться. Ух ты, это... Не понял. Тут кто-то дернулся. На 4 хпшки я не видел кто. Так, Рокко, давай... А не, стоп, сначала можно Олли. Он прекрасно видит этого. Давай, Олли. Ага! Блин, все крушит на своем пути пулемет. Рокко, ты задавай этого. Еще одна дырка высотой в человека. Так, Ахмед, давай этого, наверное, заканчивай. Где-то кто-то перепрыгнул. Где-то тут был один чувырла. Подождем его. Так, Гарри вообще как дурачок бегает, ничего не делает. Токи, пора подбегать. Есть, капитан. Так, что-то тут этого так и не заметил я. Если Ахмед идет к горе, то гора подойдет к Ахмеду. Приказ понял. Или к хэдкрабу. Гарри, можешь сюда прибежать, пофиг. Все, надо вот этого еще одного солдатика добить. Терпение и благоразумие всегда побеждают. Да ты что? Моя позиция раскрыта. Блин, не успел я нажать. Хэдкраба сейчас... Серьезная рана...
Попробую, что смогу. В руку попал. Так, Ахмед, давай внести. Хорош. Так, ну все, зачистили всю территорию, в принципе. Можно лечить хедкраба и подбирать, короче, все, что можно подобрать полезного. Гарри, сюда беги. Так, Оля, ты, наверное, будешь подбирать. Так, хрень, браунинг. А он не нужен, этот браунинг вообще. У меня уже там их 3 или 4 браунинга. Вот это нужно, М61. Отлично. Я хороший медик, не волнуйся, все будет в порядке. Забираем. Универсальная отмычка. Пилюли сульфата морфия. Моток проволоки. Что это такое? Это у нас есть, это нам не надо. Чёрту. Так, маузер нет. Эти нет. Отмычки нет. Нет. О, вот это надо. Реблей Скотт, я возьму. Офигенный пистолет. Так, и барабанчики тоже поднимем. Хороший пистолетик. Так, и все. Тут, в принципе, все. Больше ничего. Так, ну и пройдемся по этим ящичкам. Вот тут я вижу 2 ящичка. Быстренько надо их прибежать. И расстрелять. Работать надо, и все будет отлично. Там была заминирована была хрень это. Так, ох, хорошие РГДшечки. Забираю. Поместится? Нет. Не поместится, значит, Оля заберет. Так, карабин галяк вообще. Есть еще какие-то ящики, интересно. Есть, вижу. Так, коробка ближе всего к нему. Так, 3 патрона. Мое оружие не заполнено. Маузер, галяк. Второй этаж. Нет второго этажа. Все, задание выполнено, отправляемся в бункер. Так, Гарри получает железный крест 2 класса. Гарри, крест военных заслуг 2 класса. За что? Крест военных заслуг 1 класса Хэдкраб. Ну это правильно. Отправляемся. Передохнем в бункере. Музыка такая, немецкая. Немецкий марш. Так, тут ничего нового. Ничего. 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 Возьмем патронов немного. Ничего, все. Так. Патрончиков чуть. И все. Робка тоже патронов. Нормально. Тебе всего, Ахмед. Можно еще пару гранаток. Я там Робку тоже гранатку кинул.
Так, Гарри, вот с тобой надо посмотреть, ничего ли ты нового не научился. Нет, ты ничего нового не обучился. Оставим как есть. Токи. Пистолет классный, блин. Кому его отдать? Да я думаю, можно Ахмеду отдать. Нафиг вам эта базука. Хотя, ладно, Ахмед, забирай. Вдруг понадобится. Кого-то там мочь помочь. Так, ну и этих еще нужно ротиков насобирать. Все хорош. Все готовы. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. Пока-пока. До новых встреч, друзья.